Какой же это геморрой! Все это! Уверен, что теперь мы уже почти выбрались. В прошлый раз монорельс сработал. Судя по сканеру, один вверх. Есть электричество. Может, и на монорельсе тоже. А это мысль. Скажи им, чем сегодня угощаю. Полезное. Открой поезд! Ладно, хватит гавкать. Oof!
Вертолеты! Ложись! Отработайте свою репутацию, обеспечьте прикрытие. Они приближаются. Остальные близко! С правого фланга! Принято! Прибывает вражеское подкрепление. Где? Слева! Дерьмо собачье! Ковбой. Хорошо, вперед. Чертов ночной кошмар. Чего, мать вашу, за дела у вас были в этой дыре? Нужно было оценить серьезность ситуации, создать зеленую зону. Безобидно, если ваш отряд «Финальный эхо» не мог этих дегенератов сдержать, то они годны только дерьмо драить.
Черепа и черви, да. Этих мы заблокировали. Только они не самое страшное, что здесь есть. А, тогда молю, скажи, сестренка, что же самое страшное? Мы назвали их выжигателями. Они полностью мутировали. Как увидим такого, поймете. Офигеть! Супер-пупер! Я просто в восторге! Поезд ему у всех на виду. Неразрушимый. Наверняка и пули непробиваемый. Надеюсь, сигналы движущихся объектов отсюда. Ха! А ты видела? К сожалению, да. Выжигатель. Готовься, на подходе еще! Дай прикурить, падла! Смотри по сторонам, не дай им нас обойти! Yeah.
пошли! Тришка, есть идеи? Только предчувствие. Надеюсь, что ложные. Логика робота прогнозирует низкую вероятность выживания. Этому блядскому компьютеру в твоей голове не помешал бы антидепрессант. Застрял. Можешь нас отсюда вытащить, Грей? Поосторожнее, это были почти дружеские слова. Быстрее, неудачник! Такая натянутая враждебность, слегка вымученная, едва прикрывает ваше вожделение, леди. Точно. Замечательно. Какая девушка устоит перед пиратом, который затащил ее в ад? Когда подойдет спасательный корабль? После потери хлыста у меня нет связи с базовым терминалом. Они не знают, что я жива. Но тот парень в капсуле. Если он жив, может, свяжешься с ним по моему хлысту? Не могу. Твой хлыст потерял функции после привязки к тебе. Он не может отправлять сообщения. Если он жив, то к нему идет помощь, чтобы вытащить его. Если погиб, эвакуацию отменят. Вот так просто. Ах,
Дьявола помянешь? Видны следы сражения. Он жив. Сдерживает наступление группы черепов. Пока. Жив. Есть надежда. Быстрее! Почти добрались! Тришка, подожди! Проклятье! Помоги мне спуститься! Она нам больше не нужна! Но это же не значит, что ее нужно бросить. Еще совсем недавно ты бы сам так сказал. Уроки этики, Грей? Все изменилось. Так ты сдаешься? Компьютер берет верх, да? Хорошо, иди! Мне все равно надоело слушать твое нытье. Помни, Сарана под моей защитой. Попытаешься убить его, и я без колебаний разберусь с тобой. Разберешься со мной. Посмотрим, кто с кем еще разберется, мудил роботизированный. Давай, девочка, рано еще выходить из игры. Тебе бы зубы почистить. Я слышала ваш разговор. Все это? Ты устроил все это для того, чтобы поквитаться с Сарана? После всего, что он сделал, да. Я пойду на все, чтобы убить этот вонючий кусок дерьма. Почему? У него руки в крови. Больше крови, чем ты можешь себе представить. Кто бы говорил? Вы, банда грязных гондонов, убивали детей. Вот что тебе Сарана сказал. Так... Что? Я должна верить словам мятежника и пирата? Знаешь, почему мертвое эхо отказалось служить Сарана? Сарана пытался использовать нас для всякого жуткого дерьма. Хотел, чтобы мы убивали гражданских, политических противников, репортеров, свидетелей. Что? Что ты сказал? Репортеров? Говоришь, Сарана убивал репортеров? Я знаю, по крайней мере, об одном. Парня звали Новак. Пиздишь! Как ты можешь это знать? Новак? Ты его знала? Моего отца убили сепаратисты! Я вступила в чертову армию только для того, чтобы найти тех сволочей-сепаратистов, которые убили его. Если ты знаешь, кто спустил курок, скажи мне, блядь! Я не знаю, кто выполнял. Но приказ отдал Сарана. Ты чертов лжец! Откуда еще я мог бы знать имя Новака? Мы раскрыли все файлы Сарана. Твой старик был одной из причин, по которым мы откололись от Сарана. Если ты врешь, я тебе нахуй глотку перегрызу. Если ты врешь, я клянусь, я убью тебя. Медленно и мучительно. Ты пожалеешь, что не погиб в крушении. Давай поговорим с добрым генералом. Твоей-то удачей, может, лучше я поведу. У меня есть фонарь, просто держись рядом. Идти за кем-то у меня не получается. Точно. Старым псам не по зубам новые трюки. Эй, ну не так уж я и стар. Напрягают эти закрытые помещения. Ты боишься, Барбара? Нет. Чёрта с два! Thank you.
О, вот это вонь! Ага, и воняет все сильнее. Проклятие! То есть ты только глянь! Фу, отходы выжигателей. Что за... Такое чувство, что вот сейчас надо сказать что-то умное. Почему сейчас? Должен быть способ. Берешь хлыст мертвеца, так будь готов его использовать. Должно быть то, что можно использовать. Я жду. Чувствуешь? Свежий воздух. Мы почти выбрались. Господи, спасибо. Всегда пожалуйста. Какой же ты идиот. Смерть и ожог.
Части. Ага. Организуй нам поддержку с воздуха на лету. Я пойду к Сарану пешком. Я рулю. Я за пулемет. Давай, я туда. Давай, прикрой капитана Зарибана. Хорошо. Вырви огнеметчика. А вот и он с большим.
тут закопался. Уроды. Гребаный сукин сын! Иши! Что с твоим лицом стряслось, сынок? Надо двигаться! Быстро! Придержи свои девичьи порывы! Само уничтожение запущено! Времени нет! Грейсон! Генерал-долбоёб. Чертовски любезно с твоей стороны помочь Тришке спасти меня. Тришка, прошу тебя, покажи этой мятежной куче экскрементов нашу благодарность. Надо сначала кое-что выяснить. Ты убил моего отца? Да нихуя я не знаю о твоём отце! Это все Грейсон, он тобой манипулировал. Скажи ей правду. Опусти ствол. Ты шутишь? Нет. Твое правое негодование мне уже дорого обошлось. Сюда придет корабль, чтобы эвакуировать Сарана. И я на нем улечу, как ты мне и обещал. Кажется, у меня появился новый лучший друг. Ладно, Иши. Обещал, значит, обещал. Да мне вообще насрать, чего вы там хотите сделать. Если кто-то из вас причастен к смерти моего отца, я умру счастливой, зная, что утащила вас с собой. Ладно, ладно, вижу, мы все слегка не в духе. Но, друзья мои, нам сейчас нужно поймать рыбу покрупнее. Корпорация, которая облажалась постройкой этого вонючего курорта, наняла меня за большие деньги взорвать ДНК-бомбу, которая уничтожит всю жизнь. Город же при этом останется совершенно невредимым, что позволит этой самой корпорации вернуться сюда и все восстановить. Не самое подходящее время посвящать нас в детали твоего дела. А теперь попридержи свой член на секунду, жополиз недоебанный. Эта ДНК-бомба взорвется через 2 часа. А отряд по спасению меня прибудет сюда с кораблем через 3 часа. Ну, полудурки, слабо вам подсчитать, сколько будет 2×2 и понять, в чем проблема. Он говорит правду. Нет! Сукин сын! Подумай немного, малыш. Убьешь меня, и никакого корабля домой не будет. Вы оба умрете. Мне представляется, что я оказываю вам услугу. Ну, вот узнает она, что ваш отряд мертвое эхо и есть те ребята, что убили ее старика. Рожайте уже. Передают гамма-шторм. Так, что если вы пиздохуи хотите пережить ближайшие 2 часа, надо найти укрытие. Потом доберемся до Одиссея и деактивируем бомбу. Будь благоразумен, мы все еще можем выбраться отсюда живыми. Не знаю, смогу ли жить с такой благоразумностью.